have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и сегодня у нас на канале вот такая вот штука будет, Катана Зиро. Пролистал до русского языка, тут он есть, будем пробовать, будем щупать. В общем, из очень многих источников я слышал, что игрушка просто очень хорошая, очень классная, очень обалденная. Будем смотреть, я, как обычно, старался избегать спойлеров, я не смотрел на нее обзоры. Я же говорю, максимум слышал то тут, то здесь. О, надо поиграть, о, хорошая вещь. Но я не знаю, как выглядит геймплей, я ничего не видел. Ну, как обычно, стараемся делать слепое прохождение, поэтому просто врываемся в новую игру, смотрим. Осталось 10 дней. Неожиданно, до чего-то. Итак, расскажи мне про этих людей в масках. Что ж, тогда давай начнем с самого начала. Кто-то там представляет у нас. Оу, это платформер? Это платформер? Прыгайте. Ой, я в тени. Прикиньте. Ага, все понял. Более-менее, это будет сложно. Так, я в тени. В общем, я думаю, что это будет какая-то стелсовая механика. Так, надо будет... А! Возможно... А, ага, все, я понял. Возможно, надо будет в это играть на геймпаде. Хотя, ну не знаю, не, мышкой вроде. Спасит нас открывание дверей, окей. О, мне звонят. На месте. На месте? Ну, почти. Блин, тут диалоги надо выбирать. Такого шанса второй раз не будет действовать. Нужно максимально быстро. Понял. А вот это вниз, это типа когда следующий диалог, ну да. Ученого держат. Так. Где-то на территории. Продолжай. Давай в темпе уже. Спаси его и немедленно отправляйся на, по указанным координатам. Принято. Твой дар предвидения позволяет шинковать на ломти все живое на твоем пути. Му, у меня есть дар предвидения, офигеть! Хорошо. Допустим. Самое главное, не должно быть никаких свидетелей. Я понял. Фу, не оставлять никого. Ну, поехали. Катана Зиро. Так, значит, что у нас тут? Укрытие на фабрике. А, это музыка у нас. Нажмите атака, чтобы начать планировать. Планировать! А, это время идет, я понял. Погладить котика, это же святое. Да, это сработает. Нажмите, чтобы извлечь. Чё за... Ох ты ж. Ай, нет, ничего, так не выйдет. Хорошо. Вырубаем, идем. Да, это сработает. Я так понимаю, что... это моя способность останавливать время. Я продумываю, как я пройду уровень, поэтому у меня уровень на время.
Shift. У меня есть остановка времени, вы серьезно? Это офигеть! Блин, это очень круто. Это сложно. Блин, на клавиатуре, по-моему, это гораздо сложнее, потому что... Ну вот, да, тут нет никаких остановок времени, никаких ничего, просто... А, очень круто. Что? Как я сейчас... Шифтом... Вот это чел. Уф. Чтобы прочитать уф, нам дают, кстати, время на это. Ладно. Уходим быстро. А еще думаю, что там за тарарам наверху пиццу принесли. Ха. Идти можешь? Давай, да. Значит, все-таки не пицца. Ха. Ну, посмотрим, что ты за птица. Стихами заговорится, однако, ца, да? Shift это, я понимаю, вон у нас энергия сверху, замедление времени. Нельзя им переусердствовать, то есть... Я уж было решил, что кранты котенку. Спасибо. Котенка мы погладили. Котенку не кранты. Все нормально. Пойдем, чувак. Что, блин? Ах ты ж. Вот. Вот бы на камеру попало. Я вот это читать не буду, если что. Ну что, пацаны, пора валить крысу. И осторожнее, тут лазеры. Кстати, лазеры. Кстати, лазеры, дайте-ка я их включу. А стоит ли мне здесь упираться-то, а? А-а-а! Нет, так ничего не... Стоп. Знаете что? Нет! Прям сначала все. Вы серьезно? То есть планирование... Так, лазеры мы вырубаем. Планирование у нас входит в это... А, ну да, тут чувака сразу взрывает. Нет! Черт. Я понял. Ну, как бы, да, это сейчас немножечко сложно. Не надо там лазеры включать. Блин! Может, стоп, давайте замедление времени воспользуемся. Оно же у нас есть. Почему нет? Надо привыкнуть просто к этим механикам. Что? Меня обычный чувак долбанул. Серьезно. Да ладно тебе. Блин. Если я так туплю на начальных уровнях, как же я буду дальше-то проходить? Надо понять, что я еще и вниз бью, и вверх бью. Нужно мышь ровно держать. Да-да-да, все. Так, этому чуваку не получится, все нормально. Его взрывает, все хорошо. Ну я их убил! Я их убил! Так, ладно, замедление времени не делает меня быстрым. Это просто тупо замедляет время. Все время. А, это сложно. Ну, как бы сложнее, чем казалось. Есть! Наконец-то. Надо было их на лестнице ловить. Окей, гоу.
Годится, да. Твой наниматель выражает крайнее недовольство в связи с преждевременной гибелью цели. Как мне? А, вот так. Все. Иди домой, отоспись. Завтра тебе пришлют новое задание. После такого, ну, в принципе, да. Там такая туса за стеной. Так, я могу кофейку попить. Выпить кофе, выпить чайку. Да, выпить. Чайку надо выпить обязательно. Пока что это выглядит офигительно все. Ну, то есть, и графика, и задумка, и всякое такое. Включить ТВ? Да, давай телек посмотрим. Сообщают об обнаружении 20 жертв на территории заброшенной фабрики в третьем районе. Это мы накуролесили, да? Одним из убитых является Давуд Бей, ученый службы правительства, объявленный без вести пропавшим 3 недели назад. Попробовать уснуть? Полиция не вдается в детали касательно инцидента, но полагает, что он связан с войнами преступных группировок за территорию. К другим новостям. На водоочистной станции в Новой Мекке произошла авария, и теперь вся вода в третьем районе непригодна для питья. Блин, спасибо. Ну-ка. Мы настоятельно рекомендуем жителям третьего района избегать потребления воды до дальнейшего уведомления. Блин, там такая туса за стеной, прямо тыц-тыц-тыц. Под употреблением понимается как прямое назначение, так и гигиеническое, а также садоводческое. Блин, ну мы поняли. Будет что-нибудь интересное? А то ответственные лица стыка заявляют, что ситуация на контроле решается в течение 20 часов. Решится. К другим новостям. Ну-ка, это интересно. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поимке серийного убийцы, известного как Змей. О, а вот это интересно. Смотри, к тому же оно выделено красным. Возможно, вам это будет. Если вам известно, что его местонахождение, немедленно обратитесь к ближайшему представителю стыка. Стык это у нас, наверное, какой-то правопорядочный орган. Ладно. Сообщают об обнаружении 20 жертв на третьей. Да, это уже было. Все, пытаемся уснуть. Одним из убитых. Да. Ну, новости мы прослушали. Хорошо. Я играю в мячик с какой-то призрачной девочкой. Это, видимо, я в детстве. Это его кошмары. Хорошо. Видимо, в детстве он был дома, к ним домой кто-то вломился, убил, наверное, его сестру, я так понимаю. Прошу, проходи, располагайся. Наверное, в следующий раз придется реально попробовать на геймпадике-то рубануть, попробовать подключить это все. Не, на кнопках тоже можно привыкнуть, просто мне кажется, что на геймпаде это будет удобней. Выглядишь неплохо, особенно с учетом обстоятельств прошедшей ночи. Что ж, приступим. Просто дай мне лекарство. Мы уже 2 месяца как даем тебе половину обычной дозы. Как самочувствие? Галлюцинации? Давненько уже не было. Опять кошмар. Опять кошмары снятся. Где мое лекарство? Вот как. Возможно, мы говорим о побочном эффекте лечения. Расскажи, что тебе снится. Вокруг какие-то тени. Я вижу странное устройство. Я играю с мечом. Я играл с... Ну, это правда. То есть тени были странными? Да. Какое-то странное устройство? Да. Мне нужен укол прямо сейчас. Вот красный, это значит срочно эти. Значит, в комнату входит тень. Что это за тень? Почему я про мяч говорил? Она идет ко мне, она идет к устройству. Мне нужен укол. Кажется, эта тень хочет что-то сделать с этим устройством. Может быть. По-моему, это ученый. Может быть. Хотя во сне это не было похоже на ученого. Вот как. Я не думаю, что этот человек хотел тебя обидеть. Не нужно его бояться. Может и так. Где мое лекарство? Что ж, сегодня ты был очень послушным. Послушным. Я немножечко не понимаю, куда все это идет. Ну хорошо. Наше время вышло. Подожди, я найду твою папку. Мы сейчас к своему врачу, психотерапевту какому-нибудь пришли. Ну, блин, нет, погодите, это же не психотерапевт называется, это психиатр. Психиатр вроде как. Да, ладно. Хопа. Каев. Так. Дозу схавали. Сегодня ты сделал большой шаг на пути к исцелению. Хотелось бы верить. Так, здесь вся нужная информация о сегодняшней работе. До завтра.
А, нет, он же его и наниматель еще. Я так понимаю, что... Ладно, поехали. Наверное. Ему я ничего... Это моя семья. Жена Айназ и дочка Триша. Когда-нибудь я вас познакомлю. Когда-нибудь я вас познакомлю. Я пока не до конца понимаю взаимодействие вот этого человека с нашим героем. Вроде как они друзья, но вроде как он его наниматель. Вроде... Короче, надо посмотреть. Так, открыть папку. Уничтожить после прочтения. Возраст 56, рост 175, цвет глаз карий, тип психики устойчивый. После успешного выполнения задания отправить код та-та-та-та-та-та. Джош Роуз, миллиардер, меценат и инвестор. Представляет общество послевоенного восстановления новой Мекки, ОПРНМ, блин, замешан в торговле запрещенными препаратами, постоянно находится под сильной охраной. То есть он, знаете, вот это миллиардер, меценат и инвестор, это не отсылка случайно к Железному человеку, но там еще Playboy было, ну ладно. Все правильно. Уничтожаем после прочтения. Молча сверлить взглядом. Добрый день, могу чем-нибудь помочь? Нет, так что я пойду. Вау, какой у вас наряд интересный. Я косплеер, блин. О, я обожаю аниме. Какого Пинкачу? Давайте вот это. Блин, здорово, первый раз слышу. Оно про что? Про поединок на волчках. Поединок на волчках. Я бы покрутилась на вас с ускорением. Ох ты ж. Номер 134. Доброго дня, спасибо. Фанатка аниме, блин. Это просто божественный диалог сейчас был, блин. Я понимаю, почему эту игру так нахваливают. Уже просто по вот этим первым, сколько тут минут, 15 мы поиграли. Я уже вижу, что это шедевр. Хватит ли у меня это пряморукости для того, чтобы... Знаете, короче, что это все еще? Нажмите. Сейчас, у меня просто в голове крутится. Это все не только по пикселям, но по музыке, по стилю, по всякому такому. Это все очень сильно напоминает Hotline Miami. Есть что-то неуловимое, что в этом очень сильно похоже. Внимание к мелочам, внимание к проработке диалогов, к тому, как все сделано. Опять же, музыка суперская, так же, как в Hotline. Поэтому это все очень такие оставляет. Ух, начнем планировать, поехали. Так, надо не забывать мышью пользоваться. Да, тут есть мышь. Вызываем лифт. Время-то сверху. О, баба! Босс, змей, змей здесь! Это я змей? Тревога! Да, это сработает. То есть про убийцу змея, которого говорили, это я змей? Ха-ха-ха! Я могу кидаться горшками. Я горшкомет! Да! Да, ребят! Горшки наши все. Гляньте, по уровню, опять же, крови и убийств. Нет. У этой игры есть очень много общего с Hotline Miami. И это только в плюс. Горшками можно кидаться. Суперски. В подкате можно убивать. Ох, как красиво-то. Нет, только не сначала. Фух, не сначала, да, не сначала. Я вот не пойму, сейчас у меня горшок есть или нет в руках. Ого, ого, вот эти ребята опасны. Эти ребята опасны. Надо их горшками. Все, я вижу, у меня тут вместо руки появляется горшок, когда я поднимаю горшок. Все логично. Да блин!
Они реально опасны. Так, этот горшок я сейчас приберегу. Этот возьму. Короче, их надо беречь на опасных ребят, которые там что-то могут мне натворить, потому что... Есть, минус два. Горшочек прилетел в нужное место. Есть, минус. Все, годится. Я так понимаю, еще очки будут начисляться за скорость. Я сейчас прошел уровень за половину времени. Но я не буду торопиться, я не буду нести сломя голову. Я в первый раз играю, поэтому мне важно... Я горшок зря потратил, нет! Это была подстава, Джонни! Оно вырвалось из комнаты, ёлки-палки, как я среагировать-то успел? Это бонусный уровень? Нет, мне туда. Это хорошо, мне туда. Валим. Да, это сработает. Ёп-пересете. Просто моментально вынесли. Там лазеры. О, а это... это кетчуп. Минус, отлично. Это вентиляция была такая сейчас? Сработает, супер. Есть. Ножик метательный хорошо зашел. Так, там два чувака. Сюда мне... Я на последнем этаже. А, я могу пройти отсюда. Там была дверь! Твою за ногу. Дверь-то я не заметил, я кинул статуэтку в дверь, серьезно. Так, ну, чувак, что ты мне скажешь? Я знаю, зачем ты здесь. И не собираюсь порадовать тебя, умерев твои руки. Убить его. О, не совсем тот, кого я ожидал увидеть. Признаться, я удивлен, что у вас таких несколько осталось. Несколько? Ну, понятно, он хочет зубы заговорить, но все равно. Ты что, не знаешь? Ну, да ладно, неважно. Еще одна ошибка военного времени. Последнее слово. Съела корова. Мне жаль, что тобой принес людям столько боли. Прощай. Что тобой? Тобой! Ага. Так. Давайте подведем некие... О, там бы я не проехал, я понял. Подведем некие итоги. Блин. Просто налив. До свидания, чувак. Вот это была тоже сейчас подстава, кстати. Стоять. Поступали оперативно... Поступил информация, что в это здание стреляли. Представьтесь. О, да, это же просто наш гость. Почему это был ваш просто гость по уши в кровище? Это гель для душа. Я косплеер, чувак! Да, он говорил, что Шинджу... Да-да-да, Секиру косплеит, короче. Вот это все название Шакура Редакс 2. Тогда вам очень повезло, что запрет на косплей из шкафа еще в том году отменили. Проходите. Блин, это была правильная ветка диалога. Офигеть. Я просто по приколу нажал, что я косплеер, блин. Добрейшего денечка, Кобелина. Это просто... Работодатель доволен результатом. Доволен. Так, иди домой,
Отдохни. Завтра придет следующий заказ. Ага. Блин, это... Может, к соседям зайти? Ай. Осторожней, девочка. Эй, смотри, куда прешь. Я? Ты не офигела, мелкая? И вообще, ты незнакомый. Это ты шумный урод. Нет, шумный урод живет рядом со мной. Ой, в общем, он сатанинский урод. Я в последней квартире живу. Что? Ты где живешь? В соседней квартире. Ну, у него же типа травма. А в бомжатнике, значит, мы с тобой соседи. Ну, он же, это была его маленькая сестра там в воспоминаниях. Возможно, стоит развивать отношения, ну, какие-то диалоги с ней сейчас. Сдохнуть можно со скуки. Чао, соседозавр. Соседозавр. Тут, кстати, я драться не могу. Зайти могу только к себе домой. Ну, такой себе бомжатничек, да, кстати. Я бы не сказал бы, что жилье прямо экстра-класса. К другим новостям. Ужасное происшествие в отеле Мердовор. Мердовер. Мердовер. Чё? Конфликт между криминальными группировками унес жизни 28 человек. Чё, серьезно, 28? Ого. Давай чаечку выпьем. В том числе жизнь известного своей эксцентричностью миллиардера Джоша Роуза, который был сброшен с балкона своего пентхауса. Сброшен, ну, обстоятельствами сброшен, разве что. Пока что у полиции нет зацепок. Но аналитики предполагают, что нападение было совершено хорошо координированной группой лиц. Группой! О, а это интересно. Мы рекомендуем вам по возможности не выходить из дома. Другим новостям. Ну-ка, что с другими новостями? Хочешь похудеть? Дворник знает как. Будет гонять тебя метлой, пока ты не сдохнешь. Так, ладно. Жизнь замечательных людей сегодня в 11. Ну, к другим новостям. Ужасные происшествия в отеле Мердовор. Да, кстати, хорошо, ладно. Я хочу, ребятки, чтобы вы, знаете, что заметили? Ладно, шумные соседи у нас там и живут. Вот эта вот квартира справа, которая от нас, она же в коридоре была слева. Это туда, куда зашла девочка. Она пустая и темная. Это может наводить нас на некие новости, ну не то что новости, на некие подозрения, существует ли девочка вообще, или это просто разыгравшееся наше воображение, какая-то травма из прошлого, возможно, его мелкая сестра, которую он не смог защитить, которая погибла, или что-то. Ну, смотрите, просто реально квартира пуста. Там никого нет, хотя девочка заходила туда, и там, по идее, должны быть. Я понимаю, что может быть другая комната какая-то дальше и всякое такое. Но, знаете, это наводит на размышления. К тому же, этот богатей, скорее всего, он был изобретателем, как он сказал, что типа вас осталось несколько, что, возможно, мы какая-то военно-экспериментальная модель, а теперь нами пользуются, а он это все знал. В общем, да, есть над чем подумать. Ладно, ребятки, я не знаю просто, где у нас пойдет это сохранение. Давайте мы вот здесь сейчас попробовать уснуть. Да, попробуем уснуть. Там промелькнула эта штучка с сохранением. Вот, я опять... Вон, странная машина, теперь мы ее видим. Ученый. И там за ним сверху ворвался... Сверху, следом ворвался бандит, который убивает ученого. Осталось 8 дней. Кстати, да, вначале у нас было 10. Прошу, проходи, располагайся. Да, ребят, давайте, наверное, пока что на этом моменте закончим. По-моему, идет все просто бомбически, офигительно. Мне эта игрушка просто дичайше нравится. Я надеюсь, вам тоже. Если моего скилла хватит, то, конечно же, запилим прохождение до конца. Я надеюсь, что у меня руки достаточно прямые, чтобы пройти ее. На этом пока сегодня все. Спасибо, ребят, что были с нами. Увидимся тогда в следующей серии. Всем пока.
Ну, как бы, я даже не знаю, эмоции меня сейчас просто переполняют. Я думаю, что всем стоило бы поиграть в эту игру. Хотя бы, я еще не прошел, я не знаю, чем она закончится. Но вот это вот первые полчаса геймплея пока очень сильно нравятся. Все, ребятушки. Спасибо. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.